Привет из Киева. Путешествие продолжается, и сейчас пойдем немножечко погуляем по ВДНХ. За сколько лет я первый раз вот на ВДНХ? Когда я ехала сюда, я, конечно, посмотрела на карту, я видела, что это довольно-таки большая территория. Есть какие-то строения, много зелени. Вот так, кстати, выглядит карта. Я ожидала, скажу честно, чего-то грандиозного. В принципе, действительно, очень интересный такой комплекс. То есть много, вот видите, таких зданий с красивой лепкой. В общем, как я люблю. Не в обиду, конечно, киевлянам, но все-таки он не очень ухоженный. И он вроде бы как и чистенький, но как-то вот толком нету скамеечек, негде присесть. Фонтаны не работают. На территории, конечно, вот есть какие-то кафе, есть какие-то точки, чтобы перекусить, там попить. Ну, как-то скромненько все-таки. Поэтому надеюсь, что в следующий раз, когда приеду, здесь будет больше цветов, будут работать фонтаны. Кстати, вот за зданием, если туда пойти, там большой довольно-таки парк. То есть можно погулять, покататься на велосипедах. Ну, в целом, конечно, провела время хорошо. Напишите в комментариях, были ли вы здесь, как ваши впечатления.